Отлично. Видишь, ты плоти красный кубик. Здрасте. Давайте лицо. На рекорд минус. Поближе камеры там были. Друзья, сейчас руку поставим. Здравствуйте, вы откуда приехали? Я москвичка. Лицо московской национальности? Да. Вы считаете, нет? Нет, просто интересно, люди интересуются, задали вопрос такой. Я москвичка. В каком поколении? В первом. В первом поколении. А до этого где поколения жили? Значит, жили на Украине, на Алтае. Бабушка с Алтая, мама. Мамина мама с Алтая. Откуда наш этот самый главный МЧСник? Барнаул. Город Барнаул. А как же вы оказались в столице нашей родины? Мама приехала сюда учиться. Финансовый вот институт приехала учиться, поступила здесь, закончила финансовый институт, потом получила квартиру, здесь семья, значит, образовалась. После получения квартиры или до получения? Наверное, до получения, скорее всего. Мы жили, знаете, мы долгое время жили в таких очень тяжелых условиях, знаете, в коммуналке. Полуподвального типа, понимаете? Да. Вот, а потом, да. А в каком месте Москвы? Значит, коммуналка была, это проспект Мира, Банный переулок. Мещанский недалеко, да? Да, недалеко. Вы еще помните, когда был этот... Деревья были посажены посередине, да? Да. И помните первый фестиваль молодежи и студентов? Нет, этим... нет, я не помню, что вы. Это был 58-й год. Я родилась в 58-м году. Да? Да. А второй фестиваль помните, московский? Да, 80-й год, да, помню. Хорошо, спасибо вам. Пожалуйста, все. Как вас величать? Людмила Владимировна, пожалуйста. А, вы работаете еще? Вы знаете, я работаю, да. Молодцом. Хорошо, спасибо.